Друзья, ну что, всем ассаламу алейкум, как говорится, как бы с вами по-прежнему Лестер, друзья, и как бы всех поздравляю, потому что в карпаркинге, друзья, вышло новое обновление. И давайте как бы сейчас мы вместе с вами, то есть как бы впервые я сам тоже, потому что я как бы до этого в карпаркинг как бы не заходил, то есть именно в обновленную, пацаны, версию. Так что, пацаны, давайте как бы сейчас вместе зайдем, посмотрим, как бы что же изменилось, как бы, и что же, как бы, пацаны, добавили. Так что я желаю вам всем приятного просмотра, и, друзья, желаю всем тем, кто кушает, наиприятнейшего, друзья, аппетита. Погнали, пацаны. О, привет, друзья. Перед началом как бы ролик хотел бы тебе рассказать про одну очень интересную игру. Если, пацаны, быть более конкретным, то GTA на ваш, друзья, телефон. То есть GTA сам на телефон. Так что, друзья, усаживайтесь поудобнее. Давайте как бы я вам уже расскажу про эту игру. Let's go, друзья. Последнее время я стал проводить очень много времени с телефоном, но чтобы проводить его гораздо веселее, я стал искать себе новую интересную игру. Я наткнулся на онлайн РП, в котором можно играть по сети и действительно весело проводить время со своими друзьями. Игра абсолютно бесплатная и очень часто обновляется, поэтому развлечений в ней реально хватает. Так что, ребята, попробуйте тоже словить это веселье, используя мой промокод Лестер, который даст вам 120 тысяч игровой валюты и целый люксовый автомобиль. Он же тот самый Кадиллак. Кстати, если вы хотите поиграть вместе со мной, то вам для этого нужно выполнить пару простых действий. Первое, это перейти по ссылочке в описании и скачать игру. И второе, установить игру на свой телефон. А третье, в настройках, пацаны, вам надо будет выбрать игровой ник в формате имя, нижнее подчеркивание, фамилия. А уже после можно выбрать сервер, на котором вы будете играть. И не забывайте про мой промокод Лестер, который даст вам, пацаны, деньги и машину. Друзья, короче говоря, как мы видим, уже изменили как бы меню, то есть меню как бы старта, меню как бы загрузки, меню как бы вот это все меню, то есть как бы изменили, пацаны, локацию, то есть теперь у нас как бы машина стоит, пацаны, в другом месте, как бы там такой какой-то, пацаны, баг, смотрите, баг неба, но, друзья, это как бы бета-версия, то есть эта версия, пацаны, есть пока что не у всех, так что, друзья, специально как бы для моих, пацаны, подписчиков я скину данную версию, то есть данную обнову, друзья, в телеграм как бы у себя канал, так что, пацаны, по ссылке в описании, переходим, пацаны, в мой телеграм-канал, переходим, как бы подписываемся, друзья, и скачиваем взломанную версию, друзья, новой, мать его, обновы. Так что, друзья, думаю, что очень прикольно, да, пацаны? Так что, друзья, let's go. Давайте мы начнем. Как бы изменили вот меню. Хорошо, как бы меню как бы старта. Это какая-то, друзья, новая карта, которой, по-моему, на карте у нас в игре нету. Ладно, хорошо. Давайте посмотрим, что же как бы изменили, пацаны. Как я помню, то есть, как я увидел, пацаны, в видосах и в картинках, пацаны, добавили новые машины. Так что, пацаны, давайте посмотрим. А, ну вот, салам алейкум, друзья. Так, одна новая машина, я не знаю, что это такое, что за бусик такой, охренеть, хорошо, давайте посмотрим, что на него вообще есть, тут как бы ничего, друзья, не изменилось, как бы все по старинке, внешний вид, давайте зайдем посмотрим, друзья, тоже изменилось у нас тут, и, кстати, игра, пацаны, начала лагать, но это, пацаны, пока что бета-версия, так что жаловаться пока что, друзья, мы не можем, потому что, друзья, это бета-версия. Так, ну эта машина, друзья, мне вообще, честно, не нравится. Вообще, почему ее добавили, зачем, пока что, друзья, неизвестно. Вообще, что это за машина, что за марка такая, вообще непонятно, конечно, друзья. Но, ладно, давайте пролистаем, друзья, и поищем другие новые машины. Пока что вот этот бусик мне, честно говоря, вообще не понравился. Я даже не понимаю, зачем как бы ее добавили, если на этом бусике никто, мать его, не будет накататься. Ну ладно, хорошо, давайте посмотрим. Вот, еще одна новая машина, которая стоит 500 коинов. Короче, добавили, друзья, вот такую вот машину. На нее как бы уже есть обвес, давайте, пацаны, глянем. Но она как бы стоит, пацаны, 500 коинов, которых, друзья, у меня нету. Такие вот спойлеры, друзья. Ох, нифига, что это такое? Это спойлер? Там можно спать на кровать. Ладно, давайте посмотрим пороги. Я тебя понял, я тебя, друзья, понял. Я не знаю, почему эта машина за коины. Я, честно, не понимаю. I don't understand this moment, но ладно. То есть у меня, как бы, коинов, друзья, нету, к сожалению. Так что, как бы, купить я это не смогу. Так, давайте, пацаны, пролистаем дальше и посмотрим, как бы, что еще, как бы, добавили. Потому что, друзья, как я знаю, добавили 3 новых машины. Но я пока что нашел всего лишь 2. А где последняя тачка? Я вообще... А, вот, Porsche. А, просто... Просто взяли и обновили, друзья, Porsche, который теперь стоит 5000 коинов. Охренеть, пацаны. У нас же, как бы, был вот этот Porsche в игре. Ее просто взяли, добавили обвесы. И теперь, как бы, она вот такая вот. И все, друзья, больше ничего не изменились. Ну, я не знаю, пацаны, что это, как бы, это сказать. Честно, друзья, очень-очень, ну, так себе. Я ждал, друзья, вообще других машин, но, к сожалению, как бы, имеем то, что имеем. Так что, пацаны, погнали дальше, как бы, смотрим, что еще изменилось, пацаны, в этой новой обнове. Так, смотрим, друзья, дальше заходим в персонажи и добавили ли какую-то новую одежду. Да, друзья, какую-то новую кепку добавили с наушниками. О, Мияги, ни хрена себе. И вот такую, да, шапку, и вот такую еще. А, это пожарник,
Так, хорошо, походу пацаны добавили прикид пожарника. Вот такую еще, друзья, маску добавили. А дальше. Ох, нифига, одежда, футболиста какого-то пацаны добавили, смотрите. Под номером 10, но, друзья, фамилии сзади не написано. Ну ладно, хорошо. А, вот такого вот скин добавили еще. Походу карпаркинг, блин, превращается в папку, я не знаю. Так, добавили, друзья, скины пожарников. Вот так, ох, нифига худи. Нифига, походу чисто, пацаны, обновление для одежд, нифига. Такого пожарника добавили. Добавили, пацаны, такие вот перчатки тоже, как бы, для пожарников. Вот такие, тоже для пожарника, смотри, ни хрена себе. Так, это мне, друзья, нравится, это реально неплохо. И вот такой прикид еще добавили, смотрите, пацаны. Короче, есть как бы прикид, пацаны, футболиста, смотрите, с бутсами, ни хрена себе, сказал я себе. Короче, реально, одежды очень прикольные, да, базар ноль. А если новые одежды для женщин, давайте, пацаны, посмотрим, для женского пола. Да, друзья, смотрите, ох, какая хорошая, очень красивая, мадам, я бы ее Ладно, перчаток нету, сумок новых нету. Тут тоже, ух, блядь, хорошая. Да, друзья, короче, для женщин, как бы, как всегда, ничего не добавили. Хорошо, тут у нас что, друзья? Смотрите, пацаны, добавили Sound Volume, Ambience Volume, Car Volume. Короче, друзья, теперь мы можем отдельно, как бы, спускать громкость, например, отдельно, друзья, весь голос, отдельно, друзья, чисто звук машины, то есть, как бы, можем убрать, и, как бы, отдельно, друзья, вот все остальное, так что это неплохо, хорошо. К сожалению, новые машины я, пацаны, приобрести не могу, но давайте вот на данном бусике покатаемся, пацаны, посмотрим вообще, что это такое, и зачем, друзья, вообще эту машину, блин, добавили, я не понимаю, ну ладно, хорошо. Давайте начнем. Старт. Есть ли тут что-нибудь новое? Нет, друзья, тут как бы ничего нового нет. Давайте как бы зайдем в пустыню, например, и, друзья, как бы посмотрим. Так что, друзья, если что, как бы напоминаю, то что, друзья, ссылку на эту обнову, пацаны, я оставлю у себя в телеграм-канале, так что, пацаны, переходим по ссылке в описании, друзья, и скачиваем, друзья, оттуда уже, собственно говоря, новую обнову. Так, изменилась ли, друзья, новая карта? То есть, а что так лагает, я не понимаю, такого же не было раньше. Да, прям, пацаны, сильно подфризывает игра. Хотя, как бы, такого не было. Смотрите, как бы, просто жесть. Так, хорошо, друзья, бусик у нас вообще какой? Давайте, пацаны, посмотрим салон этого бусика. Очень, конечно, обычный салон. Ничего, друзья, такого особенного. Даже руль, как бы, кривой, косой. Ну ладно, это ж что такое, боже мой. Да, конечно, машины, что-то разработчики в последнее время нормальные, к сожалению, вообще уж не добавляют. И это, друзья, очень обидно, потому что, друзья, как бы игроки уже сами добавляют, как бы, машины, которые они сами хотят, а что разработчики уже даже и не добавляют, друзья, новые машины. Им как-то уже, пацаны, похрен, знаете. Как бы, пацаны, тут тоже ничего нового, к сожалению. То есть, реально, ничего такого особенного и не добавили, как бы, в этой обнове, друзья, как я понял. Но, друзья, если что, будет полный обзор обновы. И, боже мой, как же он лагает. Охренеть, энгин дамагит. Мне похуякает, блин. А что с картой? Почему там синее небо, там черное? Короче, очень, друзья, много багов. Добавили, пацаны, еще такой вот дым в пустыне, как я понял, да? Этого тоже как бы не было. Так, походу, чуть как бы улучшили графику, что ли. Ну, типа того, да, как я понял. Ну, чуть как бы, да, над графикой тоже поработали. Но так особо ничего, друзья, такого масштабного, естественно, в этой обнове нет. Но, друзья, мы все равно как бы сделаем полный обзор обновы. Посмотрим, пацаны, что именно добавили. Прям полный обзор обновы. Обзор как бы на новую машину. Так что, друзья, набираем по данным роликам, друзья, 2000 лайков. И как бы будет полный прям обзор обновы. Или как бы он уже на канале. Так что, друзья, в принципе, я пока что тут как бы ничего, друзья, нового не вижу. Ничего такого, друзья, масштабного в этой обнове не добавили. Или как бы я что-то сейчас не вижу. Или как бы я что-то, пацаны, пропустил. Но... Как я понял, ничего такого особенного, друзья, как бы нету. Короче, пацаны, будет полный обзор. Я вам, пацаны, покажу абсолютно все от нуля. То есть от А до Я, друзья, я вам все покажу. Так что, друзья, на этом у меня все. Всем, как бы, спасибо за просмотр, друзья. Всем удачи и всем пока-пока.